Большинство из экспонатов у нас представлены в режиме онлайн. Вот все то, что сейчас здесь представлено, мы оцифровали, и это теперь доступно каждому в онлайн-музее. Можете посмотреть это с подробным описанием, для того, чтобы всегда знать о том, как же жили и какие традиции на берегу Макая, на острове Новая Гвинея. Коллекция представлена сейчас на таком тачпаде, да, который позволяет нам открывать любой экспонат и видеть, что здесь изображено. При этом мы можем двигать таким образом, чтобы видеть с разных сторон. О каждом экспонате, помимо всего прочего, существует статья, которая представлена у нас в онлайн-музее. Как удобно, что теперь музей можно смотреть с телефона.